Всем привет! С вами ваша Танюша. В сегодняшнем видео мы будем распаковывать посылочку. В этой посылке я заказала еще до Нового года кое-какие подарочки. Посылка у нас из Ивановского текстиля Василек. Да! О, такая посылка у меня. О, чуть не убила. Такая огромная посылка у меня. Пришла сегодня утром, и мне уже не терпится посмотреть, что же там, потрогать, пощупать и даже померить кое-что. Ну что, начнем распаковывать 4,5 килограмма моего счастья. Какой огромный мешок, сейчас будем смотреть. Запаковали очень даже неплохо, двойные пакеты. Я дождалась! Ура, ура! Мамуля, иди сюда, подарочки пришли. Лапочка, поздравляю тебя с Новым годом. Это тебе. Распаковывай. Спасибо. С нами сегодня в распаковочке будет принимать участие моя мамуля Надежда Петровна. Прошу любить и жаловать. Да, ножничками здесь. Ножничками? Давай, помогу. Как ты думаешь, что там? На что похоже? Покрывало. Покрывало? Плед? Да, это плед. Какой принт. Выбитые такие вензеля серебряные. Мне все было интересно пощупать это вживую. На картинке оно так-то выглядело интересно. А вот это вот, все-таки я думала, какие-то нитки, но нет. Это напыление. Очень такое интересное. А ну-ка. Так вот. Если развернуть, посмотреть, прям мерцает, обалдеть, красота. Слушайте, ну, с обратной стороны такой вот интересный прям вот плюш, да, он такой вот приятный, я надеюсь, к телу. В общем, вот так смотрится наш плед. Такой красивый принт, прям блестит, переливается. Супер. Попала я с размером удачно. Я заказала максимальный 2×2,60. Получился вот прям на всю постель. А здесь у нас носочки. Носочки. Вот такие носочки я заказала. Здесь их сколько? 5 пар. Да, я люблю носочки. И на подарок тоже приготовила носочки. Мультика, с тобой поделимся. Такие вот 5 пар. Типа Louis Vuitton. Вот такая моднявая вся. Даже носочками такие вот крутячие будут. Ну что, белые, черные мои. Розовые мои. Это тебе. Слушай, ну это 100% хлопок. А нет, 80% хлопок, 15% спандекс. Ты же мне тоже дарила носочки на Новый год? Да. Вот, возвращаю. Смотрите, еще идут такие вот какие-то петельки. Типа для красоты. В общем, все так стильно, модненько. Резинка хорошая. Не будет сползать. Здесь идут они с 37 по 41 размер. Я люблю, чтобы был натуральный материал, потому что в носке это тоже сказывается, потому что от синтетики потом может потливость быть, или чесаться, раздражение быть еще в коже. В общем, хорошие носочки. Молодцы, Василек. Посмотрим, что там еще. Ой, носки. Опять носки. В общем, у меня сегодня прям носковый этот какой-то бум. Целая палитра. А это мой любимый цвет. Сейчас я их померю. Здесь состав сырья. Бамбук, полиамид, эластан. Бамбука 85%. Вы знаете, бамбук очень полезен для тела. И на ногах, я думаю, это тоже будет, конечно же, сказываться. Знаете, искусственные материалы, они тоже нет-нет способствуют развитию каких-то болезней, усталости преждевременной или старению.
Так. Ну, красота. Кстати, на сайте вы можете посмотреть, ссылочку я оставлю под этим видео. Там все цены подробно расписаны, размеры, какие, что имеются в наличии. Очень классный магазин, мне очень понравилось, очень удобно. Они согласовывают вместе с вами в течение какого-то времени, поддерживают связь, там, чтобы правильно сформировать заказ, подтверждают это все. Вот вы переходите, да, в кабинет, там все, оставляете свои данные, они проверяют правильность вашего заказа. Если какого-то там товара нет в наличии, они вам предложат его заменить чем-то подобным или отменят заказ. Работают, молодцы. Супер, спасибо большое. Очень быстро все доставили. Вот кайф, я довольна. Давайте смотреть дальше. Ой, прикольно. Я даже забыла, что я их заказала. Сейчас покажу поближе. Вот такие вот интересные теплые домашние тапочки с меховой окантовочкой и антискользящие пяточки. На картинке они выглядели, конечно, намного массивнее. Сейчас я понимаю, что это обычный носок. Носок просто с антискользящей пяточкой. В общем, ну, давайте померяем на мой 40-й, налезут ли они. Так, по виду тянутся неплохо. Надо мерить. Ну что, давайте смотреть, что там еще. Здесь вот 4,5 килограмма на одних носках и тапках. Тут, наверное, это не должно было закончиться. Ага, накладная у нас. Тут все проверить можно. А эта лапочка опять тебе. Пижама. Вот такая пижама. 54 размера. Да-да-да. У них хороший размерный ряд. И мы сейчас посмотрим, насколько он действительно соответствует своему размеру. У тебя твой какой? 52. Иди сюда, лапочка, иди, иди. Я заказала тебе пижаму на Новый год. У тебя твой 50, 52, а это 54. Давай попробуешь, посмотрим, насколько он соответствует. Но это же пижама, она не должна быть в обтяжку, поэтому я заказала чуть-чуть побольше, чтобы тебе было в ней удобно и комфортно. Пока мамуля пошла переодеваться, мы посмотрим, что там еще интересного. Вот такие кухонные полотенчики. Здесь их 4 штуки в наборе. Смотрите, какие интересные принты. Киски, кактусы. Черно-белый стиль. Очень мне понравился этот принт. Так, сейчас я вам скажу, почем они. Вот этот набор полотенчиков 204 рубля. Ну что, как на ощущаемость? Удобненько. Угу, очень даже удобно. Текстиль. Так, простой. Хлопок. Хлопок. Угу. Ты довольна? Хорошо, спасибо, лапочка. Да? Спасибо. Ну, все для тебя, лапочка. Мне тоже нравится. Вот такой красивый, веселенький, да? Угу. Комплектик. А главное, мы попали прям в мамин размер. Идеальный 50-й, 54-й в самый раз сел. Да. Ну, я шучу, конечно, мама не 50-й. 50 с хвостиком, небольшим. Давайте посмотрим, что же там дальше. Штанишки. Штанишки я заказала тоже 54 размера. Лапочка. И это снова тебе. Вот такие вот серенькие штанишки. Сейчас покажу поближе. Серые, однотонные, простые. 100% хлопок для дома. Идут сверху они на резинке. С карманами.
Лапочка, ну примерь. Да, поработай сегодня моделью. Ну как тебе? Отлично. Отлично. Ну, это немножко в облепончик, да, на тебя прям? Угу. Можно было бы на размер больше. Угу. 54-й. Маломерят. Ну, влезли. Может быть, мама похудеет, конечно. Может быть, растянутся. Но в любом случае, комфортно или как? Конечно, комфортно. И длина твоя. Угу. Это самое главное. Главное, чтобы хорошо. Длина отличная. А ткань как? Ты же у нас, хлопок. Я знаю. Да, хлопок. Ты очень привередливая, у меня мамуля. Если бы это синтетика была бы, она бы сказала сразу, что спасибо, не надо. Но здесь у нас в составе только 100% хлопок. Ну что, лапочка, на этом мои подарочки для тебя закончились. В принципе, я надеюсь, спасибо. Что тебе понравилось. Спасибо, конечно, да? Очень. Вот. Ну, я рада. Давай, тогда носи с удовольствием. Вот такое постельное белье я заказала для себя. Здесь на молнии 50/70, евро 1, 100% хлопок, перкаль. Вот такое постельное. Я его еще не постирала, поэтому застилать не стала. Просто постелила прям сверху на плед. Хочу показать вам, какая расцветочка. Просто нежно-розовая такая, даже ближе к белому. Очень приятная на ощупь. Это прям ощущается, что хлопок. Две простыни, две наволочки вот такие идут на молнии. Тоже в тон к простыне идут. И вот такой пододеяльник. Тоже идет на молнии. На этом мой обзор по ссылочке окончен. Надеюсь, он вам понравился. Не забывайте ставить свои пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новых видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.